Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать в исторический зал Донецкой политехники. Мы сегодня проводим торжественное вручение призов конкурса школьных сочинений «Почему каждая страна должна охранять сокровища культуры». Мы с вами собрались в очень непростое время, и нам даже не было возможности всех оповестить. Вернее, мы оповестили всех участников конкурса, но сразу же стали получать звонки и письма о том, что не все, мягко говоря, могут приехать. И мы рады, что вам удалось в это время приехать сюда. Вот. И это не красные слова. Действительно, это исторический зал. Здесь выступали Владимир Высоцкий, Александр Дольский, Вольф Мессинг, Анатолий Соловьянников здесь, на этой сцене. И то есть он овеян именами выдающихся мастеров культуры, науки, искусства. И этот конкурс проведен Донецким национальным техническим университетом совместно с Институтом культуры Донецкого национального технического университета. И очень хотелось поблагодарить тех, кто поддерживал нас, как минимум в информационном плане. Это наши старейшие друзья. Гран-при уже приезжали, Красноармейская, да. Вот. И они передали, и буквально вчера она звонила, мама звонила ее и сказала такие слова. Говорит, до вчерашнего дня, говорит, я считала, что порядочных людей на свете очень мало. Ну, по крайней мере, очень рада, что они есть. И мы рады, что ноутбук будет у этой девочки. Она поступает, как сказали, в МГУ. И мы надеемся, он ей поможет. К свету. Старшая с 15 до 18 лет. Так как возрастающие,
увеличилось количество участников. В младшей группе было 15 человек, в средней 42, а в старшей группе 77 человек. Учитывая, что мы в этом конкурсе разыгрывали 10 призов, то получается, что конкуренция за призы была очень высокой, свыше 13 человек за место. География конкурса тоже отражает географию нашего края. Вот, скажем, здесь работы представлены среди городов, Красный Лиман, город. Эти практически все города Донецкой области представлены участниками в этом конкурсе. Много прислано работ и из сельской местности, из таких районов, как Нула, Золушки, Старопешевский, Шахтерский, Константиновский, некоторые другие. Таким образом, мы видим, что действительно этот конкурс популярен и вызывает большой интерес и вызывает активную участие. Хочу отдельно отметить, что у нас есть уже такие устойчивые партнеры в России, в частности в Ростове-на-Дону, которые регулярно оттуда присылают тоже работать на конкурс, потому что этот конкурс мы не замыкаем границами Украины, а приглашаем в том числе, так сказать, из соседних с нами стран. В этом году конкурсные работы отражают очень то непростое время, в котором мы сейчас живем. И тема конкурса, почему каждая страна должна охранять сокровища культуры, сама по себе, так сказать, тема, которая требует очень серьезного размышления и понимания высокой ответственности руководителей стран, народов разных стран за то, что нам досталось от наших предков и что мы должны передать потомкам. Поэтому вопрос об охране культурного наследия – это вопрос очень актуальный и животрепещущий. Тем более, что в современном мире мы сталкиваемся, к сожалению, не только с развитием культуры, но, как это не прискорбно здесь говорить, но и с расцветом варварства. Как бы это сказать, получается, что свет культуры не может светить никак иначе, кроме как на фоне самого дикого варварства. Это варварство приобретает самые разные формы. И просто самые дикие непотребные вдохновения разрушения памятников. Небрежное обращение. Вместо культуры людям подсовывают все культуры, так называемые массовые культуры. Это варварство проявляется также в том, что люди не озабочены собственным внутренним духовным ростом, когда они не возделывают собственную мать, так сказать, первоначально, так сказать, о том, что нужно возделывать не только землю, чтобы она была в колене, нужно возделывать человеческую жизнь. Если земля начинает, очевидно, если лучше такой своей жизни, указывает, что она тоже станет лучше, чем она есть, так сказать, в своем природном состоянии. Вот все эти формы, так сказать, сочинений, которые поступили в этом году,
стать писателем. И стать писателем, посвященный, так сказать, рассказу о том, как есть сокровища культуры, достижения культуры, как сохранять и речь и так далее. Описывать его, оценить его и так далее. Но среди наших лауреатов прежде всего выделяются сочинения тех ребят, которые размышляют, не только видят, но и размышляют над тем и формируют у себя гражданскую позицию. Заботы о культуре, терпимости, варварства, дикости и так далее. С вашего позволения я сначала оглашу общие итоги нашего конкурса, а затем немножко познакомлю вас с отрывками из произведений авторов конкурса. Итак, в первой группе конкурсантов, это младшая группа, дети 9-11 лет, мы, посовещавшись, определили трех победителей. Первое место – Шпак Анна, учащаяся 5 класса Кондратовской средней школы 1-3 ступени Константиновского района Донецкой области. Второе место – Семченко, ученица 5 Б класса Новосветовской общеобразовательной школы Старобешевского района Донецкой области. И третье место – Белкина Юлия, ученица 3 класса Шахтерской общеобразовательной школы номер 10. Вторая группа, средняя группа, дети 12-14 лет. Вы вручите, пожалуйста, представителю первой группы. Белкина Юлия, прошу. Ильичевской специализированной школы Константиновского района Донецкой области. И третье место – Мазалова Мария, ученица 8 класса общеобразовательной школы номер 44, город Мариинка. Ученицы 11 А класса
Общеобразовательная школа номер 5, город Красноармейск, Донецкая область. Здесь говорит, что это дети, да, 30. Да, больше фотографии, да. Да, очень много. Отдельно хотелось бы отметить работы, которые прислали к нам наши друзья из Ростова-на-Дону. Это уже не школьники, это студенты-иностранцы. Один из которых Жалагония Альдон учится в юридическом колледже Ростовского юридического института. А двое других – это Селестины Хайденбург. Это студенты 4-го курса лечебно-профилактического факультета Ростовского государственного медицинского университета. И Игорь Неза Ландри. Это студент 3-го курса лечебно-профилактического факультета Ростовского государственного университета. Прежде всего, выразить благодарность и преподавателям русского языка, которые воспользовались этим вопросом как предлогом для того, чтобы студенты иностранцы писали сочинения. Должен сказать, что сочинения эти свидетельствуют о том, что они не только хорошо овладели русским языком, но они овладевают русской культурой. Предлогом для этих сочинений послужили рассказы Чехова о судьбе врачей. В частности, рассказ известный Георгий о том, как молодой врач постепенно забывает свой профессиональный долг перед людьми, свою присягу и, так сказать, начинает чувствовать служебную лечебную деятельность, подчинять интересам зарабатывания денег. И как такого, так сказать, нравственного переворота человека лишается уважения окружающих, профессиональных смысла своей жизни. Если позволите, я зачитаю вам небольшие отрывки вот из размышлений по этому поводу нашего друга из Бурунди и Геронеза Ландри. Он пишет о том, что рассказы Чехова, Ионыча и Попольгунга, так сказать, рассказы о докторах, о врачах российских, они напомнили ему то, каким образом он сам пришел к необходимости выбора такой профессии своей. Он пишет о том, что он с той стороны, шла война между Бурунди и Руандой, и он в детстве помнит, чем это обернулось для людей. И мама ему говорила, что вери в Бога, сынок, тот не может быть плохим. Бог показывает человеку правильный путь. И тогда, в поисках этого пути, он обратил внимание на работу врачей, которые оказывают помощь людям. Всегда приходится в Бурунди. Это и стало ему, так сказать, дополнительным мотивом, чтобы учиться дальше и приобретать эту благородную профессию. Он, размышляя над своей профессией будущей, пишет: «Известно, что профессия врача самая благородная и нравственная. Об этом так много говорят, что уже кажется, что в словах нет большого смысла. Просто, я думаю, нужно отвлекаться от красивых слов и внимательно смотреть вокруг. Врач реально помогает, это очень нужная работа. Больных становится больше и больше. Медицина очень быстро развивается и в настоящее время многое может, но не может только одного – обойтись без врача, его обнадеживающих слов, улыбок, без живого человеческого общения. Врачи тоже бывают разными, но все-таки именно эта профессия дает наибольшие возможности проявить свою высокую нравственность. Мне так кажется». И он говорит, что в современном мире мораль становится самым большим дефицитом. Слова совесть, правда, сострадание становятся редкими. Общение происходит не глаза в глаза, а в СМС и по интернету. В мире осталась одна единица измерения – деньги, последняя крепость – семья, разница. Нам, африканцам, страшно слышать то, что происходит в Европе. Во Франции, например, исчезает и становится запретными словами «мама» и «папа». Во многих странах легализуются однополые браки.
Конечно, уже сейчас мы понимали полностью будущего будущего, как возобновить нравственность. Ее не нужно изобретать, она есть, была и останется одна для всех. А человек будущего, конечно же, это человек высоконравственный. Вот такие размышления рождаются у молодого человека и полуги при изучении нашей литературы, при изучении размышления над природой. Позвольте, я перейду к обзору сочинений наших конкурсантов. Я говорю о том, что дети наши размышляют о тех, что происходит вокруг. Вот в частности, маленькая Таня Шпак, учащаяся 5 класса Константиновского района, пишет: как часто в наше время в газетах встречается заметка о осквернении памятника культуры. Можно по-разному оценивать исторические события прошлого, но нельзя забывать, что для целого поколения памятники – это неотъемлемая часть жизни. Так стоит ли разрушать то, что было столь важным для многих тысяч людей? Человек живет не только в природной среде, но и в среде, созданной культурой времени, поэтому сохранение культурной среды не менее важно, нашей страны, у конкурсанта, который получил вторую награду Семченко, который пишет о том: сейчас, когда разрушают памятники, меня обидно и страшно. Папа говорит, с памятниками воюют лучше, потому что мраморные, гранитные, бронзовые, которые не могут дать сдачи. А мне кажется, надо. Когда вырастет поколение, не уважающее саму историю, не ценящее красоту, не имеющее вечно отличие, которые не смогут ценить ни человеческую жизнь, ни правду, ни справедливость, как когда-то они не ценили память. Замечательно, слава Богу. Вот Юлия Николаевна тоже написала нам сочинение. И такое двойственное чувство, так сказать, вызывает. И горечь от того, что, так сказать, их поселок, так сказать, приходит в упадок, как словно по нему пронеслась война. И надежда, что в родном поселке живут люди творческие, инициативные, которые берегут свои традиции, обряды, проводят праздники на этих поселках и так далее. Аист на крыше гнездо для любимой свил по весне. Чудится мне, он и в странствиях дайних, символом верной любви. Люди, прошу, не сбудните случайно аистовы. Люди, прошу я, потише, потише. Войны пусть гинут в угле. Аист на крыше. Мир на земле. Аист на крыше, аист на крыше. Мир на земле. Аист на крыше, гнездо соездёнком, ночью и днём бережёт. Ну, о том доме под крышей девчонка счастья так ждет. Люди в Нью-Йорке, в Берлине, в Париже, верьте друг другу и мне. Аист на крыше, счастье под крышей и на земле. Люди, прошу я, потише, потише. Поэтому это сохранение культуры, оно, так сказать, полагает также мир на земле. Не навязывать его. Аист на крыше, аист
искажали свой политический. И, наконец, старшая возрастная группа исполнит целый ряд очень интересных размышлений о нынешней культурной ситуации. Это и обесценивая тем самым патриотизм наших ветеранов, вандалы во Львове рушат памятники советским солдатам. Спасибо ветеранам за то, что мы живем, лишь нам, ведь без них, так сказать, не было и нашей страны. Нельзя почитать культурное наследие и не почитать тех предков, которые мы создали и которые мы сохранили для нас. Совершенно верно и справедливо, так сказать. Thank you.
Петровна.